Калининском районе Челябинска задержан вандал. Мужчина прокалывал колеса припаркованным во дворе легковушкам. Однако, когда жильцы дома его задержали, он попытался от них откупиться. Подробности в материале. В полицейский автомобиль садят задержанного вандала. Поймать его удалось Александру Волжанину, когда он гулял с маленьким сыном. Волжанин, Лев, задержал преступника, который ходит и протыкает колеса. Улица Художника Русакова. Во дворе дома заметили странного мужчину, а потом услышали и хлопок. Оказалось, прямо на глазах прохожих незнакомец проколол колесо этому «Мерседесу». Александр Волжанин и еще один из свидетелей скрутили хулигана. Все, мы пошли за ним, его догоняем. Я достал шокер, взял в руке, так держу, говорю, у меня шокер, ты с ножом, если ты на меня кинешь, я тебя сразу буду защищаться от тебя шокером. Позже мужчину посадили на скамейку и вызвали полицию. Хулиган был пьян. Он деньги предлагал. Да, он говорит, давайте я деньги заплачу и потом почините это колесо. Вот. Орудие преступления – нож – нашли под скамейкой. Пока ехали служители закона, вандал успел скинуть холодное оружие. Да, я его сюда посадил, и он туда ножик скинул. Мужчину задержали. Теперь проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Есть версия, что вандал не раз прокалывал колеса машинам.